53 фильма из Казахстана, России, Израиля, Индии, Латвии, Франции и еще 10 стран состязались в звании лучшей студенческой работы. В итоге победителем стала лента, снятая студентом в ГИКа Антоном Коломейцевым. Мини-фильм «Четыре женщины» рассказывает об актрисах Московского театра, которые ищут себя сразу в двух мирах – реальном и мире грез. Безусловно, важно. Это поддержка, это помогать верить в себя и верить в то, что ты идешь по правильному пути и делаешь то, что ты должен делать. А я об этом фестивале узнал совсем недавно, когда уже фильм прошел в конкурс, и для меня поездка именно в Казахстан, в Алмату, стала большим событием. Фильм длится всего 25 минут. Короткий метр – основной формат Бастау. Такое емкое кино помогает начинающему режиссеру выработать авторский стиль. Студенты, которые представляли свои фильмы, они показывали самые разные аспекты человеческого существования. И меня порадовало как раз то, что размах интересов был достаточно широк. Как и в прошлом году, было два жюри – студенческое и международное. Каждая определила свои фавориты во всех номинациях. Казахстанцы получили награды за оригинальный сценарий, Анель Садбекова за фильм «Последний киномеханик» и лучшую женскую роль – Галина Пьянова в фильме «Рубашка». Как бы общество ни строилось, как бы оно было, не было, так сказать, благополучно настроено, судьбы сложные всегда остаются, они будут, и проблемы всегда остаются, человеческие проблемы. Поэтому важно, что ребята перестали бояться об этом говорить. Очень важно, чтобы молодые кинематографисты, уже начиная с первых курсов обучения, почувствовали важность и нужность, и серьезность, и ответственность профессии. А это приходит только, когда они смотрят друг друга, они соревнуются с друг другом. Основная задача Бастау – дать молодым режиссерам путевку в мировой кинематограф. В рамках кинофестиваля был подписан меморандум, так что теперь казахстанские студенты могут по обмену обучаться в ведущих мировых киношколах. Юлия Искевич, Жусып Даулетов, телеканал «Алматы».